Приветствую. Большую часть своей жизни я ходил в очках. Ровно до того момента, пока полгода назад не оказался в клинике «Эксимер» у Дановского Игоря Валерьевича. Сейчас, по истечению полгода, мои глаза полностью адаптировались, и лишь при очень ярком солнце мне нужны очки. В целом, как и всем людям. Операция заняла, наверное, минут 10. Самое тяжелое было первый час после ожидания ответа, все ли прошло успешно. Ну и, собственно, первые 2 месяца очень необычно. Но все равно, даже после самой операции я видел лучше, чем за все годы, пока носил очки. Поэтому могу лишь выразить благодарность и, возможно, дать надежду тем людям, которые сомневаются в том, делать или не делать.